В райцентре Соболева на западе Камчатки, где расположены несколько рыболовецких предприятий, не хватает лекарств. Об этом заявил губернатор края Владимир Солодов, который побывал в Соболевском районе. Вопрос функционирования аптеки Камчат-фармации, иначе как бедственный, я охарактеризовать не могу. Буквально за несколько месяцев и ассортимент упал, и доступность снижена, и, в общем, настроение, честно признаюсь, панические. Губернатор потребовал исправить ситуацию, поручив краевому Минздраву обеспечить закупку медикаментов через Соболевскую районную больницу, а также реорганизовать работу сельского аптечного пункта. Глава региона добавил, что работу предприятия «Камчат-фармация» надо срочно стабилизировать. Олег Сергеевич, я прошу и вас лично, и все руководство Минздрава самое пристальное внимание сейчас уделить, вручную добиться короткие сроки решения вопроса. Еще раз, вопрос о банкротстве, вы так говорите, в стадии банкротства, не стоит. Нам необходимо стабилизировать предприятие, проанализировать финансовую деятельность, обеспечить сейчас поддержку с точки зрения стабильного функционирования и одновременно закрепить финмодель под ответственность конкретных должностных лиц, которая позволит не наращивать дальше долги. Районный центр Соболева находится на западном побережье Камчатки. Там проживает почти 1500 человек. Но сейчас, когда идет лососевая путина, людей там больше. Напомним, по вопросам лекарственного обеспечения можно обратиться в краевой колл-центр по телефону 8 800 141 400 и в Министерство здравоохранения по номерам, указанным на ваших экранах.